Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. В Кашгабльском районе, как и в целом по республике, активно проходит уборочная кампания. Темпы и показатели ее растут с каждым днем. В Кашгабльском районе полным ходом идут уборочные работы. Аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы своевременно и с наименьшими потерями собрать выращенный урожай. Работы ведутся во всех категориях хозяйств. Ход уборочной кампании находится на особом контроле у руководства района. Так, на пике уборочной страды глава района Заур Хамирзов вместе с начальником управления сельского хозяйства Зауром Самуговым посетил ряд хозяйств Дмитриевского, Игнатьевского и Блечепсинского сельских поселений. В рамках рабочей поездки Заур Хамирзов ознакомился с ходом работ по уборке озимой пшеницы, обсудил проблемные вопросы, связанные с проведением уборочных работ, затронул вопросы реализации и хранения выращенной продукции. Свой объезд глава района начал с полей индивидуального предпринимателя Эдуарда Тутаришева. Хозяйство обрабатывает 700 гектаров пашни, из них озимая пшеница в этом году занимает 250 гектаров. Механизаторам оставалось убрать около 70 гектаров данной сельхозпродукции. На поле работают два комбайна марки «Акрос» и «Класс» – трактор для перевозки зерна. Погодные условия в этом году испытывали аграрии на прочность. По словам руководителя, урожайность пшеницы ниже прошлогоднего. Параллельно в хозяйстве идет пахота и дискование убранных полей, подготовка к осеннему севу озимого рапса. Следующий пункт прибытия – это хозяйство индивидуального предпринимателя КФХ Оксаны Черненко, Игнатьевское сельское поселение. В ведении сельхозтоваропроизводителя находится 562 гектара земли. Несмотря на капризы погоды, здесь все-таки удалось получить неплохой урожай озимой пшеницы. На сегодняшний день мы обрабатываем 562 гектара земли. Вот из них посеяно под зерновые культуры – это пшеница и ячмень, было около 350 гектар. На сегодняшний день, с учетом погодных всех условий, мы убрали где-то порядка 230 гектаров. Остается вот это поле, 60 гектаров и еще одно 80 гектаров. В принципе, по этому году урожайность показывает у нас неплохо, около 45 и чуть где-то выше. Я считаю, что это неплохие показатели. Вот, с учетом природных климатических условий. Качество зерна нормально, на высшем уровне. Четверка как бы показывает она такую стабильную, хорошую по белку и по клейковине. По болезням у нас мы проходим по ГОСТу. Тоже фузариоз у нас где-то 0,8, не больше единицы. Используя современную технику, новые агротехнологии, работники фермерского хозяйства ежегодно на протяжении вот уже многих лет достигают высокой урожайности и хорошего качества продукции. Техника у нас была подготовлена своевременно. Да, своя техника. У нас два комбайна, вот сейчас зерноуборочных, Акрос и Дон 1500Б. Три КамАЗа у нас задействовано. Пожарка вон она стоит. Сейчас просто не успели как бы опахать эту землю, потому что только заехали с обеда. Сейчас подъедет трактор, как бы все это сделается. Пожарная безопасность будет тоже обеспечена на высшем уровне, с учетом того, что мы находимся рядом с населенным пунктом. В принципе, техника работает нормально, без проблем, ну, не считая, конечно, мелких таких вот текущих рабочих поломок, вот, но, в принципе, пока нормально. На момент посещения в хозяйстве Мурадина Балокова завершилась уборка главной сельскохозяйственной культуры. Всего здесь обмолочено 17,5 гектаров озимой пшеницы. Урожайность зерна составила около 30 центнеров с каждого круга. Дел у механизаторов еще много. Вот только хотелось бы, чтобы и природа была благосклонна к труженикам села. В рамках общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в детской модельной библиотеке аула Кашгабль прошла классная встреча, гостем которой стал первый заместитель главы района Руслан Ямыков. 20 июля исполняется ровно год с момента создания общероссийской детско-молодежной организации «Движение первых», которая появилась при поддержке президента России Владимира Путина в 2022 году. Местные отделения «Движение первых»
Ивлевых есть практически в каждом уголке России, в том числе и в Кашхабльском районе, а в каждой школе – первичное отделение. Один из проектов движения первых называется «Классные встречи». Он направлен на общение школьников с интересными людьми. Активисты района вчера встретились с первым заместителем главы района Русланом Ямыковым. Движение первых – это общероссийская общественно-государственная организация «Движение детей и молодежи». То есть она направлена на то, чтобы развивать молодежь, чтобы она не сидела на месте, а развивалась, двигалась. Наша встреча посвящена дню рождения движения первых. То есть в прошлом году, 22 июля, было учредительное собрание, где было учреждено наше движение. И 18 декабря 22 года был подписан закон о движении, о российском движении детей и молодежи. То есть сегодняшняя встреча – это классная встреча, посвящена дню рождения, как я сказала, и наша встреча проходит с важным гостем. Это заместитель главы муниципального образования Кашхабльский район с Ямыковым Русланом Зарубиевичем. Много чего интересного рассказывает, молодежь задает, активисты Кашхабльского района задают много вопросов, они интересуются, инициативы проявляют. Мы очень рады этому, что молодежь реально интересуется нашим движением, и более подробно все можно узнать на наших сайтах, все будем оставлять, все будем организовывать. Встреча прошла в центральной модельной библиотеке. Руслан Ямыков вкратце рассказал о своей жизни, о том, кем он мечтал стать в детстве. После интересного рассказа он выслушал вопросы детей. Один из вопросов – как стать успешным? Первый заместитель главы района ответил на него так. Чтобы стать успешным человеком, какими качествами нужно обладать? Всегда, всегда необходимо в первую очередь желание. И если более научным языком говорить, не научным, а практическим языком, в первую очередь нужна цель. Если вы четко ее перед собой поставите, например, приобрести какую-то профессию, самый простой пример, и к этой цели необходимо будет подбирать инструменты, средства, я имею в виду средства – это знания, это не про деньги говорю ни в коем случае, знания, занятия, дополнительные занятия, книги. Вот для достижения этой цели вы подбираете себе ступеньки, начинаете по ним подниматься, читать книжки, участвовать в общественной жизни, что-то новое узнавать. Когда вы достигаете этой цели, ставите себе другую. Поднимаясь по этим ступенькам, вы обязательно станете успешными. Ребята задали много вопросов Руслану Заурбеевичу, на которые он с удовольствием ответил. В завершении встречи к молодежи обратилась начальник управления образования Асиат Берзегова. Центры детских инициатив своих видели? Не успели еще. Но вот вы вернетесь 1 сентября в школу. У вас у всех замечательные центры в каждой школе, где вы будете реализовывать все свои идеи, все свои задачи, цели. И вот кто-то задавал вопрос, какая поддержка молодежи оказывается в районе, да? В будущем. Да. Будущие учителя есть среди вас? Да. Это замечательно. У нас великолепная поддержка в районе, и я не ошибусь, если скажу, только у нас. Есть программа, которая поддерживает в течение учебы. Но не стипендия ежемесячная, а буквально хорошая поддержка в течение года, ежегодно. Вот то, что нужно студенту, студент получает от администрации муниципального образования. То есть вас поддерживают, вас направляют, вас доводят до выпуска, а потом еще, когда вы возвращаетесь в школу в лице первых молодых учителей, прекрасная поддержка тоже, 300 тысяч подъемные, ни у кого нет, я вам сразу говорю. Потом оплата съемного жилья, коммунальные услуги. Поэтому хочу воспользоваться сегодняшним днем и как можно больше на образование перетянуть из вас. Вы будете первыми всегда, будьте уверены.
Если вы будете учителями, уж точно вы во всем будете и обязаны будете быть первыми всегда и во всем. И за собой не только 2-3 человека поведете, а целые поколения. Желаю всем успеха. 1 сентября школа Аула Хачимзи встретит своих учеников обновленной и красивой. Благодаря финансовой поддержке администрации района в образовательном учреждении ведется капитальный ремонт кровли. В школе номер 4 Аула Хачимзи долгожданный ремонт, замена кровли. В этом году ей исполняется 55 лет. Капитального ремонта крыши не было здесь ни разу. Лишь своими силами старались поддерживать ее в надлежащем состоянии. Но с каждым годом это становилось все труднее и труднее. После обильных дождей крыша часто давала протечки. И вот благодаря финансовой поддержке администрации района мечта педагогов и родителей осуществилась. К ремонту приступили рабочие бригады подрядной организации ИП «Киргашев». На обновление учебного заведения из районного бюджета было выделено порядка чуть больше 1 миллиона рублей. Работы здесь идут уже полным ходом. Подрядная организация монтирует первую половину крыши. Подготовка к 1 сентября в нашей школе идет уже с начала июля. Именно тогда уже стартовали внутренние работы, отделочные работы и снаружи, и внутри. Был произведен косметический ремонт всех кабинетов практически на сегодняшний день. Завершены работы. Внешняя сторона фасад были тоже покрашены, приведены в порядок. Постоянно проводится покос растительности на территории школы, но, естественно, самое крупное, самое долгожданное строительство, самый долгожданный ремонт – это замена крыши. Здание 68-го года, и вполне естественно, что уже начали проседать балки, шифер уже надо менять. Ну, спасибо большое администрации района, что поддержали, приняли этот план, и вот недели полторы назад начались уже работы по возведению новой крыши. Ну, надеюсь, для 64 учащихся, которых мы ожидаем к 1 сентября, это будет хороший подарок, потому что не редкость была, когда дети просто были свидетелями обвалки, штукатурки с потолка. Ну, надеюсь, этого уже больше не будет, и действительно к новому учебному году будет уже обновленная школа. Несомненно, эти преобразования позволят улучшить условия обучения учащихся и условия труда педагогов, что, в свою очередь, безусловно, позволит повысить качество образовательного процесса. Кроме того, к 1 сентября планируют благоустроить и школьный двор. Это установка нового забора. Ремонтные работы идут согласно графику и находятся под постоянным контролем районной администрации. Объем работ большой, и все необходимо сделать в сжатые сроки. 1 сентября наша школа встретит своих учеников обновленной и красивой, заверил нас директор школы Султан Сиюхов. В Ауле Хачимзи проводится ремонт сельского дома культуры. В 2023 году он вошел в программу капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура». Активными темпами идут работы по ремонту Дома культуры в Ауле Хачимзи Дмитриевского сельского поселения в рамках национального проекта «Культура». Данное учреждение начало функционировать с 1978 года и за это время ни разу не видело капитального ремонта. На сегодняшний день бригадой рабочих выполнены следующие виды работ. Внутренние отделочные, прокладка инженерных сетей на 90%. На момент нашего приезда рабочие разгружали грузовую машину. Были завезены композитные панели для фасада. В целом, подрядная организация должна сдать готовый объект до 1 октября текущего года. На базе Дома культуры работают кружки по вокалу, хореографии, художественное слово и драматический кружок, а также функционирует любительское объединение «Дарман». В сельском учреждении культуры находят занятия по душе дети, молодежь и взрослые. Обновленный Дом культуры создаст дополнительные возможности для проведения патриотических и культурно-просветительских акций, увеличения числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию детского творчества. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.